И сегодня же спортсменов с их профессиональным праздником поздравил глава региона. Он пожелал душевного равновесия, позитивного настроя и нацеленности на результат. В свою очередь спортсмены пообещали не просто идти к поставленной цели, а ставить себе задачи, которые на первый взгляд могут показаться абсолютно невыполнимыми. Только так, учитывая современные скорости, можно добиваться не только успеха, но и признания.